2000 лайков, и завтра выходит новый ролик. Ну а также лайкну первые 100 комментариев. Эй, ты фотографируешь? А это что у тебя? Я думал, сова. Че, начинаем? Роба-роба волосатая, жопа волосатая, рубила молдовские дисколсовски. Школота не поймет, что я говорю, блядь. Я зацепил, но я не помню текст. Здорово, подписчики и подписчицы. Всем привет, ребят, вы на мысли как подписчик. Мы в роме, ребят, кто не знал. Мы как в НФЛ попадем, блядь, как всех разорвем там, блядь. Раз, два. О чем ты мечтал в детстве? Блин, у меня есть обширные, типа, о профессии, но лучше сказать там, я не знаю, о машине. Блядь, все в детстве мечтали. Ты мечтал о машине? Ну давай, приземленно, вот они в детстве чего могут мечтать? Тогда уже, вот сейчас кто подписчики, уже телефоны были. О телефоне? Ты, блядь, я до машины вспомню, мечтали, блядь. О чем-то они высоко мечтают, блядь. Да, блядь, молодец. Какие-то духовные, ты у кого спрашивал, блядь? Какие-то духовные там, высокодуховные. Мечтал здесь стать космонавтом? О деньгах? Хочу быть. О игрушках? PlayStation. Картер тройка, годовая, блядь. Это взрослый. Ипотеку закрыть. Чем они мечтают? Ну, знаешь, хочу на 5 баллов, но просто вот PlayStation выше, что... Да говори любые варианты, накидывай. О папе. Чё? О папе. О ком? О папе. Ну, скажи. Его, говорит, не слышно было? Блядь. О папе он. Это я не говорил. В детдоме, может, он там, а он же не в детдоме. Это я мечтал, ладно. Ты о папе в детстве мечтал? Угу. Быстрее повзрослеть. Нет, блядь, все мечтают быстрее повзрослеть. Да это бред, кто у тебя пишет? Путешествовать. Нет, конечно, все, блядь. Накидывай вот так. Накидывай. Я говорил стать футболистом. Футболистом стать. Вамос! Стать полицейским. Не, наоборот, классная профессия. Космонавт ты говорил, да? Да, космонавт говорил. Президентом. Повар спрашивает повар. Какова твоя профессия? Дом. А в сладком? Блогером стать. Ёпта, они думают о популярности? Вообще об этом не думал. Да. Велосипед? Ну, пускай будет этот, AirPods. Apple Watch, говори. Квартира. Все, я говорил уже это, у тебя повторяется. У тебя, блядь, какой-то альцгеймер, нахуй. Этот, вот эти новые очки вышли, которые Apple Pro Vision. Телевизор. Че за бедолагский замок? Да ебать, ты знаешь, телек можно за 300 косарей купить, ты ебать, блядь. Ну карту тройку не хотят, да, ты говоришь? Годовую, бля, я бы не отказался. Бля, годовая, ебать, бля. А прикинь, проебать ее. Ну ты сразу об этом думаешь. Сейчас, кстати, по-моему, можно восстановить. Футбольный мяч? Компьютер! Да. Вамос! Ноутбук же! Бля, компе сейчас, я сейчас даже о компе мечтаю. Собака? Бля, собака же в натуре, бля, я же о собаке мечтал. Только когда вырос, бля, смог. Осуществил. Да. Самая сложная профессия. Шахтер. Пожарный. Футболист. Пиздец. У нас сегодня такая тренировка, блядь, пиздец. Привет, Рой. Поздоровайся, Капи. Привет, Александр Родион Бородач. Его не сделали медийным, сделайте, пожалуйста, ребят. Смотрите, он на камере, медийное лицо. Блядь. Все, иди, Рой. Рой, давай, снимись. Банан принеси. Полицейский. Блогер. Военный. Строитель. Дворник. Грузчик. Курьер. Спасатель. Учитель. Учитель, не пиздец, сложно. Врач. 5 баллов. Хорош. Тащи! Какой осталось? 4 балла. Сантехник. Президент. Сложная профессия, президент. А учитель не сложный? Переводчик. Инженер. Водитель поезда. Ничего, что там 3 месяца все обучают, блядь. Да? По-моему, что-то такое. Там даже, по-моему, права не нужны, блядь. Реально? Ты же по рельсам едешь, блядь. Ну, ебать, знаков нету, знаков нету у тебя там. Тренер. Пилот. Космонавт. Космонавт? На, тащи. Пиздец, не вовремя ну, встал. Ну, если белка космонавт и стрелка летала, короче, ну, не знаю как. Ну, да, сложно, блядь. Не сложно. Но я хочу вам напомнить, что в описании есть мой телеграм-канал, там есть закрепленный комментарий, обязательно переходите и найдете моих друзей, моих корешей, которые давно меня поддерживают, и сможете забрать очень приятные бонусы. Игра наоборот. Игра наоборот. Самый интересный персонаж ФК-банка. Блять, сука. Я на единичку могу и это 5, а там, 5, там кто единично попадал или кто вообще был, не был? Себя назови сразу. Вот пятерка. Я думаю, а мне кажется, что я вообще в топ-5 не попал. Сразу пятерка будет, Стас. Я тоже так, блядь, это будет, да, солидно попасть, блядь, в топ-5 интересных. Самый непопулярный, наоборот. Ну нет, это все равно, ты представь, ты попадешь. Да давай, просто. Ладно. Блядь, подожди, дай золотую середину. Может быть, Коля Лакер, теоретически? Фил Воронин. Ну, вот она золотая, да, серединка. Витя Блатов. Герман. Фидос. Чужой. Феликс. Вообще не попал. Блядь. Феликс, сука, что, популярный у нас? Ну, Толя Катрич. Сибскана. Ваня Млечный. Фарзяр. Марта. Коза? Да. Марты нету! Вы охуели? Бля, честно, я подумал, ебать. Марта, да? Попал, блядь, точно. Давай ты себя Була назовешь, я себя. Назови себя. А ты себя потом назовешь. Хорошо. Дрожу, коллег. 5 баллов.
Ебать! Пятерку я попал, блядь! А меня и нет. Видали, там, какой блядь. Я медийный, нахуй, блядь. Медийный, на мне еще медийный сидит, блядь, но не на лице. Сычев, Стас. Стрибал. Блять, вот ебланы, блять! Нихуя вы медийный, мы в топ-5 попали. Ебать, Стас. Поздравляю, блядь. Спасибо, ребят. Ребята. I love you. Love I love you. У нас матч медиа-лиги 6 числа 18:00 на стадионе «Москвич». Денчик, ну что, надо приехать. В смысле приехать? Братан, я тренируюсь вот сейчас, всех тренирую. А на матч обязательно приедем. Ребят, билетики всего по 50 рублей. Мы вообще не знали, что они будут платные, но тем не менее, я думаю, вам не жалко, нам приятно. Приходите, поддержите Рому. Наш сектор будет слева. А ссылка где? На всякий случай, Денчик ее в описании оставил. Все, давай, там, игра, супер игра. Стас, как да. же так, как же так? Ты, видимо, не хочешь выиграть сегодня приз. Я хочу выиграть, но Олег просто вот жрает меня. Ну что же, у нас 5 вопросов, 15 секунд. Ты готов? Да, главное не тупить, поехали. Сейчас первый вопрос длинный, я его зачитаю, потом пойдет время. Окей. Какие есть роли в игре в мафию, помимо самой мафии и мирных жителей? Комиссар. Что очень быстро растет? Растение, дерево. Как расслабиться после тяжелой тренировки? Выпить пиво. Что испортилось в холодильнике? Молоко. Что не заметил водитель? Светофор. Спасибо. Олег, 5 вопросов, 20 секунд, те же самые. 20 секунд на каждый, да? Да, у тебя хорошая разница на самом деле, но да? старайся все равно. Все равно, что-то да ответил, что-то да? ответить, да. Что-то этот, блядь, бегемот намутил, да? Ты готов? Сейчас первый вопрос длинный, я его зачитаю, потом пойдет время. Я готов, я не готов. Подожди, этот первый вопрос, уже все, можно на него отвечать? Да. Я подумаю, потом можно отвечать, и пойдет время. Сразу время пойдет, как зачитаю. Ты готов? Только давай, медленно. Раз, читай. Два, медленно три. Читай. Хорошо. Какие есть роли в игре в мафию, помимо самой мафии и мирных жителей? Доктор. Что очень быстро растет? Трава. Как расслабиться после тяжелой тренировки? Массаж. Что испортилось в холодильнике? Яблоко. Что не заметил водитель? Пешехода. Итак, какие есть роли в игре в мафию, помимо самой мафии и мирных жителей? Один балл. Дон. Кто? Дон. Это главный Дон мафии. Дон типа. Мафии. Два балла ведущий. Три балла проститутка. Четыре доктор. И пять комиссар. А ты что ответил? Комиссар. Что очень быстро растет? Один балл. Долги. Два ногти. Три дети. Четыре волосы. И пять цены. Как расслабиться после тяжелой тренировки? Один балл. Сон. Ага. 2 балла массаж, 3 балла баня, 4 балла дрочка и 5 баллов пива. Вау! Что испортилось в холодильнике? 1 балл кефир. Блять, 2 молоко. 2 балла яйца, 3 колбаса, 4 рыба и 5 баллов молоко. Вау! И последний вопрос, что не заметил водитель? Блять, у тебя хороший вариант. 2 балла разметку, 3 балла яму. 4 балла. Дорожный знак. 5 у тебя пешеход. Есть 2 варианта, и вы оба их угадали. Есть и светофор, есть и пешеход. Что-то есть... на 1 балл, что-то на 5 баллов. Ну, я думаю, пешеход 5 и светофор 1. Ты что думаешь? Не знаю. Я хотел сказать пешеход, но что-то, блядь, не смог сформулировать, блядь, и сказал светофор. Думаю, у тебя нормально. 1 балл. Пешеход, 5 светофор. Ебать, камбэчная, ребят! Ну, я не могу так... радоваться, во-первых, это серьезно. Какой вообще счет? Вот чисто Стас выиграл опять за счет еды. Че, в холодильнике портится. У него там, блядь, молоко, вот это все, он в курсе уже, блядь. Поэтому выиграл. За счет холодильника опять выиграл. Блядь. Короче, ребят, я предлагаю, блядь, реванш вообще был топ. Мне кажется, у нас прям ноздря в ноздрю. Реванш, ребят, прям сейчас? Сколько лайков нужно собрать, чтобы 1005 пойдет или больше? Давайте даже 3. 3? Ну, ради такой давай пары. 5. Давай 5 соберем, давай 5. Мы 5 соберем. 5 тысяч лайков, ребята, реванш у Олега. Я ему дам его спокойно. Вот. Меня обещали позвать, спасибо. Фанаты, извините. Короче, ребят, куда ты идешь? Там. Раздевалка там. Да, ребят, ставьте лайк, пожалуйста, подписывайтесь подписка, на канал. Пишите, колокольчик. Поставь. Короче, пишите, что мы с Олегом лучше, нам будет очень приятно. Мы будем читать каждый комментарий и лайкать их, соответственно. Денчик также. Все, спасибо. Будешь каждый комментарий читать? Я буду каждый. Отвечаю. Напишите, если много будет комментариев, косарь, чтобы он не мог читать. Я косарь прочитаю, если вы косарь напишите. Реально косарь прочитаешь? Вот напишите в комментариях. Косарь. Я прочитаю. Косарь. Всем спасибо. Люблю. Целую. Пока. Таким голосом не надо. Ну ты давай. Ты не начнёшь.
Всем спасибо, друзья. Давайте. Пока. Будем тренироваться.